Прита Гевара, Алундра, Эвемир, Венесуэла. Ее соперница из Венесуэлы Брита Гевара, Алундра, Эвемир. Маржона Савриева выходила под легендарную композицию группы White Stripes, Seven Nation Army. Второй финальный поединок. Весовая категория 50 килограммов. Рефери поединка судья международной категории Евгения Шестопалова. Красный угол ринга. Маржона Савриева, Республика Узбекистан. Синий угол ринга. Брита Гевара, Алундра, Эвемир, Венесуэла. Еще один международный поединок на фестивале университетского спорта. На этот раз полностью первый международный. Раунд. Узбекистан против Венесуэлы. Маржона Савриева представляет Государственный университет Бухары. Алундра Эвемир Брита Гевара представляет Политехнический университет Мериды Клебер Рамирес. Вот, кстати, не только девушки из спортивных вузов принимают участие на этой универсиаде. Ну, я имею в виду в направлении бокса. Есть девушки, например, из технических, политехнических институтов. Хорошо, хорошо здесь поймала тайминг Алундра и подловила четким попаданием в голову. Очень хорошая стартовая скорость у Алундры. Прямо с места очень резко сокращает дистанцию и тут же выбрасывает комбинации. И порой Маржона за ней просто не успевает. Он сейчас по воздуху пробила Савриева. В отличие от соперницы, Брита Гевара попала. Пытается держать на дистанции Савриева соперницу. Ну вот, наконец-то. Первый пошла вперед, и здесь надо отпустить. Хорошо попадает левый прямой Маржона. И здесь прекрасно отработала комбинации по корпусу. Прижала голову в клинче соперницы и четко выдала в область пресса. Бой начинает разгоняться. Девушки становятся по-спортивному агрессивны. Это всегда идет на пользу. Пытается раздергать этими джебами свою соперницу Брита Гевара. Снова бой переходит в клинч. И очень хорошо на выходе из клинча резко, быстро левый боковой от Алундры. 10 секунд до конца раунда. С правой попадает в голову спортсменка из Узбекистана. В красном углу ринга готовится к продолжению боя. Напомним, это поединок за первое место весовой категории 50 килограммов. Маржона Савриева, Узбекистан.
против Брита Гевары Алондры Эвемир, Венесуэла. Да, дорогие друзья, пусть вас немножечко не путает форма Маржоны Савриевой. У нее форма Азербайджана. Нет, она представляет Узбекистан, Государственный университет Бухары. Обменялись хорошими резкими ударами Маржона и Алондра. Снова неплохая комбинация от Маржоны Савриевой. Небольшой тайм-аут. Есть проблемы с экипировкой у представительницы Государственного университета Бухары. Фиксатор шлема развязался. Надо было зафиксировать его обратно. Хороший на уклоне в голову. Пропускает Брита Гевара и тут же отвечает весьма неплохой комбинацией. Да, заметно здесь нахваталась Маржона Савриева. Очень резкие, очень быстрые удары в исполнении Алондры Эвемир. Хорошо на уклоне здесь работала, но поймала ее Маржона. И... хорошим боковым отправила немножечко отдохнуть свою соперницу. Минуты до конца второго раунда. Сейчас увидим, последует ли ответ от Маржоны. Джеб на разрыве. Снова в клинче. И здесь так увлеклась Алондра Эвемир, что попала по затылку, чего делать нельзя. Получила от рефери предупреждение. Снова предупреждает судья представительницу Венесуэлы. 10 секунд до конца второго раунда. И снова. Снова предупреждение Алондре за удар в затылок. Второй раунд близится к завершению. А наш бой только разгоняется, что не может не радовать. Вперед Маржона Савриева. Очень хорошо у Маржоны с реакцией. Сейчас ушла от этого апперкота. Апперкот был очень опасен. Вообще очень хорошо. Очень хороший поединок показывают Маржона Савриева и Алондра Эвемир Брита Гевара. Ну что, будет удар на выходе из клинча или нет? Нет, удара не будет. Будет снова предупреждение от судьи. Отрадно видеть, что девушки не только дерутся, но еще и судят. Вообще, честно говоря, дорогие друзья, скажу свое субъективное мнение. Мне нравится, что все больше и больше девушек занимаются единоборствами. Как на любительском, так и на профессиональном уровне. Причем это касается не только... непосредственно участие как спортсмена, но и участие как судьи.
зажимается в угол ненадолго Маржона Савриева. И снова пытаются ее туда загнать. Брито Гевара. Какой джеб. До этого очень хорошо джебом попала в голову. Ну и довершила свою атаку Алондра. Надо отдышаться. Тем более, что клинч этому способствует. Меньше минуты остается за завершение этого боя. Снова небольшое предупреждение от рефери этого поединка. Ох, как хорошо попадает! И снова комбинация летит от Брито Гевары Маржоне Савриевой. Четко. Меньше 30 секунд. Хорошая комбинация снова от Алондры. До этого очень опасно сдваивала джеб. Десять секунд до конца этого поединка. Идет вперед на уклоне очень хорошо Алондра. И на... Победительницей весовой категории 50 килограмм, боксер синего угла, Брито Гевара Алондра Эвемир, Венесуэла. Да, здесь абсолютно без вопросов, единогласным судейским решением. Клейбера Рамиреса. Поздравляем! За первое место награждается Алондра Эвемир Брито Гевара. Территориальный политехнический университет Мериды имени Клибера Рамиреса. The gold medalist is Alondra Evimir Brito Guevara. Territorial Polytechnical University of Merida Клибер Рамирес. От Федерации бокса России призером и победителем вручаются памятные кубки. The souvenirs will be presented on behalf of the...